Всем привет, это Брайан Моран. Сегодня мы поговорим об Инстаграм, а точнее об новой версии Инстаграма. Какой-то, не знаю, даже не смотрел, какой версии Инстаграма вышло, но вот так вот выглядит новый Инстаграм теперь у нас. Как бы вы не хотели, но он так вот выглядит. Выглядит он необычно. Сейчас покажу, как он выглядел до этого. Он выглядел вот так вот примерно. Ну, давайте покажу. Так вот выглядел для айфона. Сейчас вот выглядит вот так вот. Честно, я попользовался им один день, мне уже неудобно дотягиваться до вот этих вот кнопок двух. Совсем неудобно. Сам дизайн стал, не знаю, как будто совсем другой стал. Ну, такое ощущение, я скачал какое-то приложение, которое копирует Инстаграм. Ну, честно, неудобно. Вот эти кнопки маленькие, неудобно. Что сделали, не знаю, мне что-то, видите? Лагает, как будто у меня на айфоне 2G, опять-таки, та же камера снимает, блин, с этим, с опозданием, как будто. Прям, ох, видите, долгий переход. Такого раньше не было. У меня точно не было такого. Лайки все нормально ставятся, громкость, нормальность, то же самое, только все сделали в черном-белом цвету. Цвете, или как там говорят, цвет. Я как бы сказал бы, ну это все то же самое. Короче, изменили только знак. Теперь знак, вот видите, как выглядит. Как бы, ну, он выделяется из всех этих. Хочешь свой перевод какой-то брать и на другой стол. А, нет. Вот это вот реально, вот палец сюда вот в край экрана, вот сюда вот кидать. Ну, неудобно, кстати, вообще неудобно. Ну, не знаю, мне палец даже устал, когда вот такое сюда вот делать. Все осталось то же самое, только вот этот вот бар остался меньше, стал меньше. Что там у нас есть? Все то же самое осталось. Как хотите обновляйте, хотите нет. Честно, я бы не стал обновляться, я просто обновил ради... Просто хотел что-то новое, оп, типа новый, ну, Инстаграм, ну ладно. Я обновил, я думал, только одну иконку исправили, вот эту вот иконку. Я захожу, и тут вообще все исправили. Я говорю, как так? Ну, да чем я обновился? Короче, я сделал полный бред. Инстаграм мне не нравится. Новая версия от Apple мне не нравится. Все лагает, все Инстаграм лагают. Эх, Apple уже не торт, к сожалению. Почему так, не знаю. И Touch ID, кстати, начал работать нормально. Вчера сделал два пальца, смотрите. Я, кстати, даже, ну, я... Тут прикольно, они весь сделали, типа, как на этом наш STS. Мне радует, типа, раз. И можно глядеть, как мотоциклист едет на одном колесе. Ну, меня радует. Ставьте пальчики вверх, кому не понравился и новый Инстаграм, кому понравился, то ставьте дизлайки, пишем комментарии. Понравился или нет, будет ли обновляться или нет. Кто остался на старой версии, тот молодец. Ладно, всем пока, всем до скорой встречи, пока.